Зачем нужны госзаказы масс-медии, то есть СМИ? На этот вопрос ответила исполняющая обязанности начальника управления внутренней политики по делам молодежи Айгерим Жумагулова. По ее словам, великая роль и влияние журналистов в ходе пропаганды тесной сработы с народом. Государственный заказ – это не государственное управление журналистами, также это не дача денег на неэффективные работы. Исполняющий обязанности главы коллегии положил конец разным бессвязным разговорам в этом направлении. Например, в случае со сносом дворца фосфорников, если мы пошли и просто снесли здание, то народ бы не понял наши действия. Почему мы работаем с вами? Для того, чтобы вы донесли и объяснили народу цели данных мероприятий. Работу государства можно увидеть по заказу представителей средств массовой информации, которые очень помогают в разъяснении жителям тех или иных вопросов. Основная цель – продвижение государственной политики, повышение осведомленности общественности и распространение социально значимой информации. В рамках госзаказа готовятся новости, программы, аналитические передачи и другой контент. Кроме того, это помогает поддерживать и развивать местный медиарынок.